Ко мне очень часто обращаются клиенты, у которых есть такое тяжелое заболевание, как артрит. Артрит и его разновидности. Обычно люди принимают обезболивающее лекарство, и одним из вариантов обезболивания является метотрексат. Если мы пойдем и посмотрим, какие есть побочные эффекты у этого лекарства, то мы обнаружим, что это огромный список таких сложных состояний, как анорексия, судороги, панкреатит, цирроз печени, анемия и еще очень-очень много других, от которых потом снова придется лечиться. Почему люди выбирают такие сложные подходы к своему оздоровлению? Да просто потому, что они не знают, что есть другие. А на самом деле человечество уже давным-давно придумало другие подходы, и эти пути называются естественным оздоровлением через природные компоненты. И одним из представителей такого природного инструмента для оздоровления является настоящее эфирное масло. Я говорю о натуральном эфирном масле, не о тех дешевых аналогах, которые продаются в аптеках и которые представляют из себя синтетику или полусинтетическое эфирное масло. Я говорю о натуральных маслах, которые являются экстрактом растений, эссенцией растений или выжимкой из растений. Называйте как хотите, но они являются натуральными, природными и очень концентрированными. Так вот, человечество уже давным-давно придумало, как сделать эфирные масла настоящим лекарством. Дело в том, что эфирные масла добываются из растений, из различных их частей. И по каждому растению у людей, которые жили задолго до нас, уже накоплено огромное количество информации, как то или иное растение влияет на самочувствие человека, какие растения можно применять при заболеваниях, скажем, опорно-двигательного аппарата, какие растения применяются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и так далее. На основе этих знаний современная наука создала множество эфирных смесей, которые являются самыми настоящими лекарствами в самом хорошем смысле слова. Они помогают нам избавляться от боли, они работают с причиной заболеваний на глубинном уровне, но при этом они не имеют побочных эффектов, такие как метотрексат и другие лекарственные препараты. И к ним нет привыкания. И вот это очень радостная новость на сегодняшний день. Но, к сожалению, многие люди не знают об этом, поэтому я, как доктор натуропатии, я живу с миссией доносить до огромного количества людей через свои социальные сети, через свою деятельность информацию о том, что есть настоящие эфирные масла, которые помогут вам улучшить ваше самочувствие, избавиться от боли и при грамотном и комплексном подходе еще и ликвидировать причину ваших заболеваний. В данный момент, когда я говорю об артрите, потому что это очень частое заболевание, которое встречается мне, я буду рассматривать два эфирных масла, точнее две смеси. Одна из них называется Deep Blue, что переводится как глубокая синева. Второе называется Яропом. Названия вам ни о чем не говорят. Я дам подробное описание этих масел и их свойства, и их действия в описании к этому видео. Но нужно понимать только одно, что в состав той и другой смеси вошли просто уникальные выжимки из уникальных растений, которые и восстанавливают нас на клеточном уровне. Скажем, смесь Deep Blue имеет в своем составе большое количество масел, которые в общей сложности работают на усиление кровотока, лимфотока, на снятие отеков, соответственно, снятие спазмов и исчезновение боли, на улучшение питания тех участков, которые испытывают боль. И, соответственно, когда мы имеем улучшение питания, мы видим, как боль постепенно становится тише, меньше и, наконец, совсем исчезает. Вот так работает смесь Deep Blue. Вторая смесь – это смесь масла
эфирного масла тысячелистника и масла гранатовых зернышек. Если смесь Диблу работает именно с усилением кровотока и снятием боли и воспаления, то Яропом работает как клеточный регенератор. То есть это масло, которое способствует выработке коллагена, которое находит проблемные клетки и стабилизирует их жизнь, стабилизирует их развитие, рост, деление. То есть это по сути ремонт и восстановление клеток. То есть работа с опорно-двигательным аппаратом, и не только с ним, на клеточном уровне. Эфирное масло способно проникнуть в клетку, в отличие от многих лекарств, потому что оно обладает липофильностью, то есть может проникать сквозь жировую оболочку клетки, и имеет очень маленькую молекулу, настолько маленькую, что она может войти в клетку нашего человеческого организма и произвести там свой целительный эффект. Если мы будем сравнивать вот эти два способа или два метода, два пути подхода к своему здоровью, то, конечно, выигрывает естественный путь, потому что это путь, который работает действительно не только с симптомами и последствиями, но еще и с причиной. В отличие от метотрексата, который работает только на приглушение или ослабление, да, защитных и свойств иммунитета и на обезболивание. А причина остается неразрешенной задачей. Поэтому те, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, советую очень большое внимание обратить вот на эти природные продукты. У этих эфирных смесей широкий спектр применения, и их можно применять не только при проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Это еще и очень популярные эфирные смеси для ухода за кожей, для женщин, особенно для тех женщин, у которых кожа уже зрелая, скажем так. Да, это не молодого возраста женщины. Опять же, здесь имеем про коллаген история, да, и история про восстановление кровотока и лимфотока. Вот почему мы их используем не только для избавления от боли и для лечения, но еще и для ухода за собой. И также есть и другие еще направления применения этих масел и других эфирных масел компании Дотера. Это я сейчас именно о маслах Дотера говорю. Масла, которые имеют сертификат терапевтического качества. То есть это масла, которые мы используем для терапии. Очень советую обратить внимание на эту продукцию.